звездной паре нашего шоу-бизнеса. Невероятная новость потрясла всех. Сильнейший приворот домашними средствами сделали все наши звезды друг на дружку и всем помогло. Как привлечь любимого? Тайный рецепт, который вывез с контрабанды из Шумера сам Шура. Возьмите столовую ложку соли, смешайте с сырым яйцом, взятым от красной курицы, рожденной в полнолуние, ровно в полночь. Красная курица, рожденная в полнолуние. Легко. Прижал бабку на рынке к прилавку. Она мне его отыскала живенько. Дороговато стало. Но любовь-то дороже. Так, добавьте 70 капель масла и 30 керосина. Хорошенько перемешайте все это и, сказав волшебные шумерские слова, «Ибн Каларамин Абалат Рисканс». Аминь. Ибн Каларамин Абалат Рисканс. Аминь. Дайте выпить предмету вашей страсти. Питье надо держать в левой руке, правую сложить лодочкой и держать со мной. Да. Скорая не так плохо у нас работает, как говорят. Быстро приехали. Ну, промывание ему сделали или что там, я не вникала. Я результата ждала. В дирекцию меня вызвали. Орали все. Особенно она, вредика, гвоздика. Отходи! Мне вообще приятно.
сейчас расскажу. Вы сразу все поймете. В общем, плыл он, как все викинги. Аиду, Персефон. Ну, а вот и Вредики. Аид. Круговорот любви в природе. Вот так все устроено, чтобы не расслаблялись. Я не умею петь.
душе моей кромешный ад. Темный ужас подобный бездны, крики, плач нерожденных детей, ремонты и надежды. Не очнется от сна Персифон, у Орфея Кефара без струн, звоном лопнувшего плафона разобьются тысячи лун. Не взойдет больше солнца в небе, не вернется на землю весна. Был со мною Орфей, словно не был. Персифон осталась одна. Иногда так случается. Что-то теряешь. То, что тебе и не принадлежало никогда. И все равно боль потери втыкается за нос. Год, два, три, четыре, отматываешь назад. И хорошо. И смешно, и весело, и грустно. И столько радости, мечтаний, предвкушений, волнений, глупостей. Господи, Боже мой, как же это все? Смешно. При перспективе. И наступает секунда, момент, когда тебе больше нечего сказать. И ты говоришь, ну, пока-пока. Чмаки-чмаки, увидимся. И понимаешь, что тебе все равно, увидимся или нет. Вот та самая она, точка отсчета, после которой уже нет пути назад. И никогда ссоры или ревности, разлуки или непонимания, а так, вдруг, простая и ясная мысль, точнее чувство, все, вам туда, а мне сюда. В череде потерь бесконечных закаляю характер всю жизнь, не рыдаю, как птичка беспечно, и пою себе, да подержись. Я сегодня проснулась счастливой. У Орфея абсолютный слух. Он слышит абсолютно все. И абсолютно все. Я сегодня